Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро «Первые новости города». В студии Михаил Журавский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вдвое больше. За год расходы фонда обязательного медицинского страхования на борьбу с онкозаболеваниями в Севастополе выросли до почти 500 000 000 рублей. В Ингермании после капитального ремонта открылось отделение паллиативной помощи. В новом отделении 30 больничных коек, которых уже не хватает для размещения всех нуждающихся в помощи севастопольцев. А новый детский сад на улице Тараса Шевченко в этом году не откроют. Губернатор Севастополя расторгает очередной неудачный контракт с подрядчиком. Застройка района Камышовой бухты стала еще плотнее. На улице Павла Корчагина Дмитрий Овсянников ввел в эксплуатацию первый корпус многоквартирного дома. Вслед за школьниками пора выпускных началась и у севастопольских студентов. В театре имени Луначарского наградили отличников. Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США «Посейдон», который приблизился к нашей границе над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости. Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, «Посейдон» взлетел с авиабазы в Италии вечером 3 июля, после чего провел разведку вдоль российского побережья. Патрульный противолодочный самолет был замечен в 75 километрах от Крыма, но после того, как Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному судну, изменил свое направление в сторону от границ России. Контроль за деятельностью кораблей НАТО, которые участвуют в военно-морском учении «Сибриз-2019», осуществляет группировка кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения. Учения начались 1 июля в северо-западной части Черного моря. В ходе выполнения задач группировка российских военных кораблей отрабатывает плановые мероприятия боевой подготовки. Задействованы около 10 кораблей, в частности, большие десантные «Азов» и «Цезарь» Кунников, малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и другие. Сейчас экипажи продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах. На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных и артиллерийских комплексов. Полная боевая готовность и на суше. Расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» отработали в Крыму отражение ракетных ударов условного противника. Об этом также сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Боевые расчеты выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет. Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, при этом были заданы различные параметры скорости полета и высоты условных ракет, что усложнило боевым расчетам поражение целей, добавили в пресс-службе флота. Отмечается, что крымские расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С1» были приведены в боевую готовность 2 июля. Среди погибших подводников в Североморске два выпускника Севастопольской Голландии. Министерство обороны России опубликовало имена ушедших из жизни. Андрей Воскресенский, уроженец Севастополя, погиб в возрасте 47 лет. Он окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище в 1994 году по специальности атомные энергетические установки подводных лодок и их боевое использование. На 3 года раньше из Голландии выпустился Владимир Абанкин. Его бывший преподаватель Павел Афиногенович Пономаренко вспоминает, каким ему запомнился Владимир. Я должен сказать, что Абанкин был электриком, гордился этой специальностью. Дальше гордился специальностью подводника. Был старшиной класса. Учился на 4,5, но больше четверок у него, вот так. Это, я считаю, что это самый ценный человек для флота, который не зазнается и служит на флоте до конца. С Владимиром Абанкиным учился вместе племянник Павла Афиногеновича Пономаренко. Разговаривая с племянником и характеризуя его друзей, он говорил, что с Володей Абанкиным можно идти в разведку. Также своими воспоминаниями поделился друг погибшего моряка Александр Скубанов. По его словам, капитан первого ранга Владимир Абанкин был профессионалом высокого класса. Они начали дружить спустя несколько лет после выпуска, когда оба служили на севере России. Моряки с семьями отмечали праздники, ездили в отпуск, ходили друг к другу в гости. Должны были бы сейчас встретиться с ним в апреле.
не получилось, потому что он в отпуске был в Севастополе. И я сам в отпуск уехал в апреле. И мы договорились, что в мае я к нему приеду. И в мае он сказал, что уже он из отпуска их вызвали в командировку. Как бы у нас опять не случилось встретиться. Напомним, трагедия в Североморске произошла 1 июля. В ходе изучения глубин Баренцева моря на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, причиной аварии стало возгорание в аккумуляторном отсеке. В ведомстве также подчеркивают, моряки-подводники ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания, спасли своих коллег и сохранили судно. 5 июля исполнилось 217 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова. В этот день на главной площади города севастопольцы возложили цветы к памятнику великому адмиралу. Почтить память одного из героев первой обороны Севастополя пришли представители местных властей, юные нахимовцы, военнослужащие, командование Черноморским флотом и жители города-героя. Павел Нахимов служил примером, товарищем, как офицер и командир. Его самая известная победа в Синопском сражении 1853 года. Под командованием адмирала Нахимова черноморцы разгромили турецкую эскадру. К 45-й годовщине Синопского сражения в самом сердце Севастополя появился монумент, ставший для многих поколений визитной карточкой города, его украшением. А мужество, честь и любовь к родине Павла Степановича по-прежнему вдохновляют севастопольцев. Есть люди, чьи деяния, подвиги, чья жизнь – это просто неотъемлемая часть нас, севастопольцев. Когда мы говорим, наши адмиралы стоят за нашими спинами, мы имеем в виду и Павла Степановича Нахимова. Роль, которую он играл в первой обороне Севастополя, невозможно переоценить, потому что он был душой обороны. А сегодня у нас самые важные события происходят на нашей площади Павла Степановича Нахимова. Столько побед, подвигов, что мы им гордимся. Это в назидание потомкам и потомству в пример. Нам в пример, как необходимо строить свою жизнь. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская довольна реакцией прокуратуры Севастополя на жалобы граждан. Об этом 5 июля она рассказала в интервью телеканалу НТС. Приятно была удивлена получением ответов из прокуратуры города Севастополя буквально на этой неделе. Но обращения, которые рассмотрены прокуратурой, еще были мной приняты в мае месяце. То есть это те старые обращения, что значительно разнится предыдущими ответами, когда прокуратура выходила или не выходила, но ничего не предъявляла и, знаете, занималась, мягко скажем, отписками. Сейчас, после моего приема последнего, уже не отписки я получаю, а получаю нормальные ответы. Я благодарна, конечно, сотрудникам прокуратуры. Действительно, какой-то сдвиг произошел. Не знаю, надолго ли. Но в настоящее время вот такие ответы я получила. По словам депутата Госдумы, огромное количество жалоб от севастопольцев поступило в адрес Департамента здравоохранения и Департамента по имущественным и земельным отношениям правительства города. Наталья Поклонская подтвердила, что в адрес губернатора Севастополя и следственных отделов МВД по городу внесены представления об устранении допущенных нарушений закона, а также отменены незаконные процессуальные решения органов предварительного следствия. Прокурорской проверкой выявлены нарушения закона в двух департаментах и внесены документы реагирования. Губернатором привлечен к ответственности начальник отдела департамента здравоохранения, не помню по фамилии какой, за нарушение закона о противодействии коррупции. А в ГИЗО тоже привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники, специалисты. И в настоящее время продолжается проведение проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства по моим требованиям депутатским в отношении руководства ГИЗО администрации города Севастополя. Напомним, месяц назад, 6 июня, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская провела третий личный прием севастопольцев в стенах законодательного собрания города. Тогда поделиться с ней своими бедами пришли 300 горожан, треть из них без записи. После 7 часов общения с севастопольцами Наталья Поклонская заявила,
о бездействии городских властей. Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Севастополя второго созыва объединяются в коалицию против действующего губернатора Дмитрия Овсянникова. Их цель – добиться отставки нынешнего главы города по причине его некомпетентности на занимаемой должности. Об этом в программе «Актуальное интервью» рассказал действующий депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. По его словам, за время своего нахождения в губернаторском кресле Дмитрий Овсянников мало того, что не решил многих проблем города, но и создал десятки новых. Это КОС Южный, это Парк Победы, это ситуация с заводом Южный Севастополь. Вы знаете ситуацию с Патимат Алиевой. Правительство не является законодательное собрание для того, чтобы представить законопроекты, которые они сами разработали. Они не приходят на заседание комиссий и комитетов. Мы не можем вести контрольную деятельность. То есть, по сути дела, в городе полный дисбаланс управления. По мнению Вячеслава Горелова, севастопольцы должны попытаться инициировать отставку губернатора с помощью референдума, либо напрямую обратившись к президенту страны. Это единственный шанс решить многочисленные проблемы в городе. А нету опасений, что вот, допустим, удастся ваша идея, вы уберете с поста губернатора города Овсянникова, что будет еще хуже? Самый сложный вопрос. Самый сложный вопрос. Знаете, я скажу так. Если его убрать, есть шанс на то, что мы получим человека адекватного, грамотного, любящего город. Но если его не убирать, такого шанса не будет вообще. Полную версию интервью с депутатом Законодательного собрания Севастополя Вячеславом Гореловым смотрите в программе «Актуальное интервью». Новый пункт сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя второго созыва открылся в торгово-развлекательном центре «Муссон». Филиал медиацентра «Севастополь» организовали 5 июля для удобства горожан в центральном корпусе у эскалатора. Здесь можно оставить подпись в поддержку выдвижения кандидатов-мажоритарщиков, баллотирующихся по одномандатным округам, а также непарламентских партий «Родина», «Зеленые» и «Партия пенсионеров». Чтобы принять участие в местных выборах, эти политические силы, которые не представлены в Государственной Думе России, должны собрать почти 2000 подписей севастопольцев каждая, а кандидаты-одномандатники могут рассчитывать только на поддержку и подписи жителей тех округов, где баллотируются. В ТРЦ «Муссон» пункт будет работать до 13 июля с 9 утра до 9 вечера. Напомним, главный офис медиацентра «Севастополь» расположен на проспекте Нахимова, 1. Там также можно оставить подпись в поддержку кандидатов. Для этого необходимо предъявить паспорт. Я рад сообщить севастопольцам, что в торговом центре «Муссон» сегодня открылся филиал медиацентра по сбору подписей в поддержку и партии «Родина» и «Зеленых», и мажоритарщиков по 4-му и 6-му избирательному округу. Я всех приглашаю сюда для того, чтобы поддержать нас своими подписями в будущем. Мы, конечно, планируем зайти в законодательное собрание и продолжать защищать интересы севастопольцев, как это мы делаем уже 7 лет. Все это осуществляется в рамках той инициативы, которая была вчера подписана между политическими партиями и депутатами-мажоритарщиками. Была создана коалиция за отставку губернатора города Севастополя. И на сегодняшний день те события, которые происходят, дают возможность людям, севастопольцам, более комфортно осуществить то, что, в общем-то, мы их просим сделать. Детский сад на улице Тараса Шевченко вовремя не построят. Губернатор Севастополя вновь винит в срыве сроков строительства социально важных объектов в городе нерадивых подрядчиков. На этот раз проштрафилась компания «Джера». По словам губернатора, строители выбились из графика и исчерпали его доверие. Он должен был быть сдан к концу года. Я это вижу, что не произойдет. Я постоянно езжу по городу, обращаю внимание на объекты. Неоднократные объяснения, что нарастят темп. И сейчас вроде бы есть объяснение, что привезут два крана, ускорят работу. Мне лично уже надоели. Впервые компания «Джера» нарушила сроки еще в апреле этого года. Подрядчик ссылался на длительную корректировку проектно-сметной документации, но строительство обещал завершить к концу года. Тогда Дмитрий Овсянников даже побывал на объекте и был удовлетворен набранным строителями темпом. Теперь, по прогнозам губернатора, детский сад на улице Шевченко откроется еще как минимум на полгода позже намеченных сроков. Компания «Джера» исчерпала все мыслимое терпение. Соответственно, я жду от Пономарева и Смирнова Сергея Николаевича таких радикальных действий для того, чтобы расстаться с компанией и приступить к возобновлению работ, наращиванию темпов, к
коллеги доложат через неделю. Расходы фонда обязательного медицинского страхования на борьбу с онкологическими заболеваниями в Севастополе выросли до 475 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу заместитель председателя Федерального фонда ОМС Юрий Нечипаренко. 5 июля в правительстве Севастополя состоялось заседание координационного совета, где подвели итоги работы системы обязательного медицинского страхования в городе за последние 5 лет. Система обязательного медицинского страхования в городе Севастополь обеспечивает финансовую стабильность и устойчивость всей отрасли здравоохранения. Общий объем средств обязательного медицинского страхования, направленных в систему здравоохранения города за 5 лет, составил 19,3 миллиарда рублей. В 2019 году существенным положительным моментом стало увеличение размера субвенции почти на 517 миллионов рублей или на 12% по сравнению с 2018 годом. По словам Юрия Нечипаренко, система ОМС за прошедшие 5 лет обеспечила финансирование медицинских организаций Севастополя и защиту прав застрахованных пациентов. Он обратил внимание на показатели диспансеризации населения города. В 128 тысячах случаев профосмотры прошли взрослые, еще 440 тысяч – дети. Кроме того, с 2016 года в Севастополе работает Институт страховых представителей. На сегодняшний день работают 24 страховых представителей, из них 7 третьего уровня. Нововведением в работе страховых представителей стало информационное сопровождение застрахованных лиц, впервые взятых на учет со злокачественными новообразованиями, а также по заявлению самих пациентов в период оказания им медицинской помощи. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Гроздова привела в пример показатели реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения в Севастополе. Из 475 миллионов рублей, выделенных на борьбу с онкозаболеваниями в 2019 году, 356 миллионов – финансирование для проведения химиотерапии. Химиотерапия должна дать высокий рост жизни и пятилетней выживаемости пациентов, и годичной выживаемости пациентов. И, в принципе, мы считаем, что ряд направлений сейчас онкологии, которые развиваются в Российской Федерации, дают возможность, в принципе, здоровья пациенту. Это раньше был конец, вы знали диагноз онкологии, и на этом заканчивалась жизнь. Теперь это просто профессионально грамотное лечение. Севастополь, я думаю, все равно, не то что думаю, я уверена, мы все равно станем теми, кто сможет применить в действии все финансовые средства и возможности для дальнейшего развития оказания этой медицинской помощи. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования обсуждают депутаты Законодательного собрания Севастополя. Системе ОМС в России 25 лет. По словам спикера городского парламента Екатерины Алтабаевой, за последние 5 лет Севастополю удалось организовать работу, которую другие регионы формировали четверть века. Перейти на совершенно новую систему финансирования и обеспечения здравоохранения в городе Севастополе, это легко сказать. Но тот труд, который был проделан поистине титанически за эти 5 лет, наверное, может быть и не очень понятен многим, но он, конечно, очень существенен, огромен. К пятилетию образования системы ОМС в Севастополе провели городской конкурс среди медицинских учреждений. Выбрали лучшую поликлинику и персонал. Врачам и медсестрам, победившим в конкурсе, кроме грамот, страховые представители вручили подарки – ноутбук и планшет. Также на заседании координационного совета подвели итоги конкурса рисунков «Здоровье глазами детей». В Инкермане после капитального ремонта открылось отделение паллиативной помощи. В новом отделении 30 больничных коек, которых уже не хватает для размещения всех нуждающихся севастопольцев. Пациенты отделения сестринского ухода находятся в тяжелом состоянии. Большинство из них утратили возможность ходить. Облегчить их страдания помогают санитары и медсестры. Они окружают людей уходом и заботой. Свои двери для пациентов отделения паллиативной медицинской помощи по улице Мрихина открыло 1 июля. Здесь их встречают отремонтированные коридоры, оборудованные поручнями для маломобильных граждан, лестницы со специальными подъемниками для инвалидных колясок и заботливый персонал. Сюда попадают люди со всего города. 30 новых коек оказались заняты в первые дни работы учреждения. Те, кому не посчастливилось попасть в паллиативный центр, вынуждены пользоваться услугами мобильной бригады. Паллиативная выездная продолжает ездить, она набирает больных.
то есть доктора знают, где какой больной нуждается в нашей помощи. И, естественно, в плановом порядке, в плане очередности мы будем оказывать эту помощь всем. Гайдай Дагерменджи признается, город нуждается в куда большем количестве коек в паллиативном отделении, но увеличить его при нынешних условиях невозможно. На наших площадях больше 30 коек мы разместить не можем, потому что там должна быть и определенная квадратура соблюдена, определенная доступная среда. То есть люди должны понимать, что они попали в хорошее место. Палаты оборудованы медицинскими кроватями с расширенным функционалом и кнопкой вызова медсестры. В палатах есть и душ, и туалет. На каждые 5 пациентов одна медсестра и одна санитарка. Пока специалистов не хватает, набрать полный штат еще не успели, но комплектация идет полным ходом. Мы сейчас с главным врачом посмотрели разрушенное здание ветеринарной поликлиники, ветслужбы. Мне кажется, справедливо от нее постановка вопроса сделать еще один корпус. У нас большое количество людей нуждается в уходе. Работы предстоит много. Сейчас здание бывшей ветеринарной клиники находится в плачевном состоянии. Стены пошли трещинами. Местами видны оголенные прутья железобетонных колонн. Заброшенное здание, во-первых, безвозмездно было передано МВД в 2014 году. И за 5 лет с ним ничего не было сделано. Справедливо будет, если мы обратимся и его нам вернут. Я постараюсь найти источник средств для его ремонта, для того, чтобы был второй паллиативный корпус здесь. О каких суммах идет речь, понять сложно. Стоимость уже завершенного ремонта первого корпуса отделения паллиативной помощи губернатор Овсянников озвучить не смог. Я не готов сказать про финансирование. И заметил, когда я высказываюсь про финансирование, в СМИ мы слышим только про деньги. А мы должны говорить про людей, про специалистов, про возможности койки. Если о сроках создания второго корпуса сестринского ухода говорить пока рано, поликлиника по улице Генериха, со слов губернатора, примет своих первых пациентов уже через месяц. В порядок приведен и сквер перед входом в медучреждение. Дмитрий Овсянников заявил, что все работы идут согласно заявленных сроков. Однако данные, указанные на информационном щите, противоречат словам губернатора. И закончить работы должны были еще во втором квартале 2019 года. Пока все идет в рамках сроков, но дело даже не в сроках. Пусть это будет чуть позже, на месяц, на два. Но главное, чтобы это было качественно. Главное, чтобы были скорректированы по замечаниям. Там, проект, чтобы учтены были пожелания, чтобы была маршрутизация пациентов, чтобы это было удобно. Дело не в сроках. Также сейчас в стадии ремонта находится взрослая поликлиника городской больницы номер 6. А уже осенью чиновники намерены приступить к ремонту детской поликлиники. Кирилл Попов, Юрий Реутин, Севинформбюро. Застройка района Камышовой бухты стала еще плотнее. На улице Павла Корчагина введен в эксплуатацию первый корпус многоквартирного дома номер 19Б. Это долгострой, который начали возводить еще в 2007 году. Большую часть будущих квартир почти сразу раскупили. А в 2010-м компанию застройщика «Югмонолитспецстрой» признали банкротом, и строительство остановилось. Обманутые дольщики более 10 лет боролись за свои права, пока в 2017-м власти не нашли компанию, готовую взять на себя обязательство достроить дом. Спустя 2 года в эксплуатацию сдан первый корпус, а рядом компания «Интерстрой» возводит второй и третий. 12 квартир в корпусах дома номер 19Б по улице Корчагина застройщик обещает передать городу на социальные нужды. 5 июля готовую часть квартала посетил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. По его словам, официально в реестре обманутых дольщиков Севастополя никто не состоит. Но около 200 семей по всему городу находятся в сложной жилищной ситуации. Например, проживают в домах, которые давно построены, но не введены в эксплуатацию. Чтобы полностью урегулировать ситуацию, понадобится еще около 1,5 лет, сообщил губернатор. Вот в этом доме из 115 квартир 100 квартир получили обманутые дольщики, которые с 2007 года ждали своих квартир. И вот в соседней секции, которая строится в 2020 году, в середине будет сдан дом, еще 35 квартир будет передано по тем договорам, которые много лет назад были заключены. Среди обманутых дольщиков долгостроя на улице Павла Корчагина – житель осажденного Севастополя Людмила Старикова. Женщина рассказала, семья решила вложиться в новостройку, когда появилась необходимость расселяться. За 12 лет эта потребность существенно возросла. У женщины появились 3 внуков. Мы жили в двухкомнатной квартире 9 человек. Нам было очень трудно. Мы вложили деньги. Мы думали, что в скорости получим. Ну, долго ждали. В
списке тех, кто долгие годы ждал окончания строительства, Анатолий Гаранин. С мая 2008 года он был директором фирмы «Югмонолитспецстрой», той самой, которая обанкротилась и не успела завершить стройку. За год до официального банкротства, когда дом не был введен, начались мучения. Ну а потом люди просто были брошены, и слава богу, когда передали в Российскую Федерацию Крым и Севастополь, и они вошли туда, тогда началась борьба за восстановление прав дольщика. Давно мы смотрели, проверяли, ходили, знакомились. Ну а теперь осталось официально получить, расписаться и все. Поскольку здание почти 10 лет стояло недостроенным, компании-застройщику многое пришлось переделывать заново. Мы укрепляли ряд конструкций, которые здесь есть, переделали, выполнили все внутренние и наружные инженерные сети, то есть подвели все коммуникации к дому, вы видите, выполнили благоустройство, смонтировали детскую площадку, спортивную площадку. Жизнь счастливых обладателей жилплощади в доме номер 19Б по улице Павла Корчагина могут омрачить проблемы с канализацией. Все корпуса необходимо подключить к городской системе коммуникаций, которая не всегда справляется с резко возросшей за последние годы нагрузкой в районе Камышовой бухты. Правда, Дмитрий Овсянников заверил, раз дом получил заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию, значит, все технические присоединения выполнены правильно, и никаких проблем с инженерными сетями и коммуникациями у жильцов возникнуть не должно. У неравнодушных севастопольцев есть возможность спасти чью-то жизнь. Городской центр крови нуждается в донорах второй группы и отрицательным резус-фактором. Донором может стать любой совершеннолетний желающий, чей вес превышает 50 килограммов. Запрет на сдачу крови распространяется на тех, кто перенес некоторые инфекционные заболевания, например, гепатит. Сдача крови – это не только возможность спасти чью-то жизнь, но и укрепить свое здоровье. Донорство является своеобразной профилактикой для болезней иммунной системы. Тех, кто может и хочет стать донором, ждут в Севастопольском центре крови по адресу улица Адмирала Октябрьского, 19/2, с понедельника по пятницу с 8 утра до 12 часов. Вслед за школьниками пора выпускных началась и у севастопольских студентов. В театре имени Луначарского наградили отличников – 273 будущих ученых, экономистов, филологов и программистов. Обладателям красных дипломов вручили почетные грамоты от губернатора Севастополя, законодательного собрания и сенатора Ольги Тимофеевой за победы в конкурсах, олимпиадах и научные достижения. Для самих обладателей красных дипломов этот день стал волнительным. Да, это сложно осознать, целая гамма эмоций. Конечно, это очень радостно, потому что позади большой важный этап жизни. Вот, так что, думаю, сегодня знаковый день. Уровень и качество подготовки севастопольских студентов повышается, убежден ректор СевГУ Владимир Нечаев. А вместе с этим растет количество выпускников с высокими достижениями в учебе. За годы обучения вы доказали то, что вы лучшие своим трудом, своим талантом. Я очень надеюсь, что каждый из вас обрел за эти годы свое представление о будущем, о мечте. Выпускники Севастопольского государственного университета во время обучения участвовали в конференциях, международных форумах и просветительских проектах. Были также участниками волонтерских движений. Когда перечисляли при награждении все их заслуги, конечно, это вызывало восторг, уважение и надежду. Надежду на то, что они останутся в городе, что они именно здесь совершат свои лучшие открытия, откроют свое дело. На стадионе Ялтинского детско-юношеского центра по физкультуре и спорту начинается капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новое поле, беговые дорожки, ограждение и освещение. Всего на работы из бюджета Республики Крым выделено почти 35 миллионов рублей. Он в удобном расположении с точки зрения шаговой доступности и от школы, и от жилых домов. Поэтому мы за развитие инфраструктуры, за занятия спортом. Последний раз стадион ремонтировали в 2010 году. Спустя 9 лет занятие любимым видом спорта превратилось для юных футболистов в полосу препятствий. Искусственное покрытие поля разорвано и кусками разбросано по территории. Именно травмоопасность была одной из причин, по которой в феврале этого года стадион закрыли.
Но, по словам главы администрации Ялты, уже в декабре этого года футбольное поле преобразится. На стадионе появится новый искусственный газон и спортивный инвентарь. Также изменения коснутся и площадки ГТО. Согласно проекту, там появится новое покрытие. Таким образом, жители Ялты смогут и могут иметь возможность, будут иметь возможность заниматься футболом на качественном футбольном поле. Но это еще не все. Я надеюсь, что мы до конца года сможем благоустроить в меньшем объеме порядка 10 футбольных полей на территории Ялтинского муниципального образования. И в завершении выпуска о погоде. По информации севастопольских синоптиков, в субботу, 6 июля, в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 12 детей, 6 мальчиков и 6 девочек. На сегодня это все. Выпуски Севинформбюро смотрите в выходные дни в 17.30, 19 часов, 21.30 и в 2 часа ночи. Утром в 6 и 8 часов. Телефон редакции 59-00-62, а также мобильный плюс 7-978-900-31-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Хороших вам выходных.